Девочки, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодняшнее свое видео начинаю с того, что пытаюсь навести на своей голове, в общем, мини-карвинг. Что такое мини-карвинг? Это такие некрупные, слегка вьющиеся локоны. Я сама по себе, у меня волос вьется с детства. Поэтому, когда я помою голову, допустим, если не расчесывать, у меня волос такой вьющийся получается. Я вот решила не расчесывать волосы, а обработать их гелем, чтобы создать мокрый эффект этим своим небольшим локоном. Ну, такой вот получился мини-карвинг. В общем-то, крутилось, вертелось, что-то мне не понравилось. В итоге я эти все волосы, которые гелем все обработала, собрала в пучок. Расчесала, собрала в пучок, в общем-то, и сделала, как всегда, прическу, чтобы мне ничего не мешало. То есть сделала вывод, что мне такую прическу делать даже не стоит, потому что я, знаете, задумывалась, чтобы в парикмахерскую сходить, сделать именно такой карвинг. Ну, теперь я поняла, что мне это не пойдет. Вот такой вот собрала пучок на голове. Ну, и теперь буду заниматься своими делами. А мальчишки у нас сегодня, у них фронт работы убраться в ванной комнате. Конечно же, с моей помощью, конечно же, с моей подачи. Так, сегодня еще заодно решили сделать уборку в ванной комнате. Помыть унитаз, ванну, саму полы, стеночки, полочки, все протирать. Сейчас Ладюша начнет. Иди, начинай. А что нам делать? Обрызгать ванну душевой этим брызгалкой и залить раствором. И унитаз также залить. Вообще, девочки, я никого сегодня не напрягала, чтобы мне кто-то что-то помог. Я пока занималась своими делами за кадром. Владюша просто подошел, говорит: мам, чем тебе помочь? Я говорю: ну, сынок, я сегодня вообще запланировала еще помыть ванну, порядки навести в ванной комнате. Если хочешь, помоги. Он говорит: ну, давай. Поэтому вообще без проблем. Я говорю: ну, он говорит, что нужно делать? Я говорю: помыть ванну, помыть унитаз, убраться на полочке, протереть зеркало. В общем-то, ну и все, в принципе. Вот он это все сделал, ну, полы уже, думаю, раз один брат что-то делает, второй брат сидит там в телефоне, либо что-то делает, да, свои дела, ну, как бы тоже нечестно, пусть тоже какую-то лепту внесет. Я уже Диму попросила: Дима, помой, пожалуйста, полы в ванной комнате. И он безотказно пошел, говорит: сейчас помою. И как бы без проблем тоже помыл. Мальчишки мне молодцы, помогают. Вот если я что-то чем-то начинаю дома заниматься, помогают. Ну, иногда, конечно, прошу, когда у них не срабатывает там что-то, подойти, спросить, нужна ли их помощь. Если не подходит, спрашивает, я прошу. Вот как вот тюль вешала, хотела вешать сама, потом думаю, почему бы Владюшу не попросить, он повыше, и он легче справится с этим тюлем. Поэтому, а вот сегодня у меня прям Владюша сам говорит: мам, чем тебе помочь? Как бы я прям заценила, ценю такие, конечно, моменты, когда видит ребенок, что я чем-то занята, что как бы, возможно, мне нужна будет помощь. Ну, конечно, это очень приятно. Так что вот он без проблем, без всяких там этих, сам все везде навел порядки в ванной комнате. Так, что мне тут Владюша в ванной сделал? Сейчас я свет вам включу, что очень темно. Так, ванну он сам помыл, унитаз отмыл, все чистенько, все блестит. Полочки там все протер, зеркало протер. В общем-то, мне остается только помыть полы. Let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting.
Ну, как я уже сказала, полы помыть попросила я Диму. Конечно, он тоже без проблем, без всяких там оговорочек быстренько помыл. Ему тут, знаете, места мало в ванной комнате. Мне вообще сложно тут развернуться, повернуться еще, если где-то наклониться мыть полы. То есть места для меня маловато. А он маленький, шух-шух-шух, помыл. Знаете, девочки, даже не перемывала. Вот как помыл, он чистенько помыл. Я даже вот не перемывала. Говорю, молодец. Половички в стиральную машину загрузили, потом они высохли. Соответственно, уже за кадром я их уже потом позже постелила. А полы вообще Дима молодец, чисто помыл. Вообще, дети у меня, если берутся делать, они делают хорошо и добротно. Также Владюша унитаз, допустим, он помыл. Мам, можно меня не снимать, как я буду унитаз мыть? Я говорю, ладно, хорошо. То есть все чисто помыл. Ванну тоже отмыл. Я ничего, девочки, не перемывала, ничего не поправляла. Вот как сделали, так сделали. Так, ну с ванной комнаты мальчишки мне разобрались. Теперь я попросила Диму помочь мне разобрать диван, чтобы загрузить всю обувь, которую я перемывала. Она у меня высохла, вся просохла. И теперь в сухом виде можно ее в пакеты укладывать и на хранение до весны, составляя обувь в диван. Вообще в диване храню всю обувь. Правда, знаете, девочки, иногда бывает разделяю, что-то в диване храню, что-то в детской кровати, в ящике. И потом, когда приходит пора достать эту обувь, я забываю просто, где ее искать. Начинаем всю квартиру перекапывать. Вот. Что я тут сложила все в пакетах. Свои осенние ботиночки сложила в коробку. Вот эту красненькую коробочку тоже загружаю в диван на хранение. А остальное все обувь по пакетикам. Но все равно, чтобы меньше пыли, меньше каких-то мусора какого-то, в общем-то, было на этой обуви. Поэтому я всю обувь в пакеты упаковываю. Ну, все, в принципе, обувь упаковали. В ванной комнате прям чистота и порядок. Детки мне молодцы навели. Вот такая сегодня у меня, девочки, была мотивация на уборку. Мотивация на уборку от сыновей. Даже можно так сказать. Нет, не моя, а сыночки меня сегодня мотивировали. Я надеюсь, и вас тоже смотивируют мои сыновья на какую-то уборку в ваших квартирах. Так, хочу здесь подклеить обои. Здесь вот купила вот такие вот обои. Таких же самых не нашла. Вот такие вот купила. Сейчас хочу вот эту вот полосу отрезать до вот этой, вот эту вот коричневой. И сюда вот так подклеить. Ну, как-то все равно будет получше, чем вот так ободрано все. Уже сделала клей. Кисточки нету. Взяла зубную щетку старую. Сейчас буду что-то клеить, только сделаю очень много. Так, ну все, сейчас я буду отрезать и подклеивать. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow Ну все, девочки, с Владюшей мы отмерили обои. Он мне помог подержать, я отмерила высоту. Теперь отрезаю узкую такую полоску, более коричневого такого цвета, более подходящую по расцветке к моим обоям. Я когда поехала искать какую-то каемку, или как она называется, бордюр, ничего не нашла подходящего. Пришлось вот купить более или менее по цвету подходящие обои. Ну, конечно, не прям конкретно подходят, но, знаете, получше, чем вот какие попадались мне, какие я только пересмотрела, каких только не пересмотрела. Вот эти более или менее подходили по цвету. Кисточки у меня, девочки, нет, зубная щетка. Это так неудобно.
Я просто где-то, может быть, и в подвале есть кисточки, как вот делали ремонт. Все, оно вроде бы как есть. Ну, просто это, чтобы найти эту кисточку, я потрачу немалое количество времени в подвал спуститься. А то, может быть, еще и в темном, где нет света. То есть там очень долго я буду ее искать. Поэтому вышла из положения, использовав зубную щетку. Конечно, девочки, не повторяйте. Это очень неудобно. Очень неудобно. Я прям пожалела уже потом. Думаю, надо было, наверное, все-таки сходить, поискать эту кисточку, либо сбегать в магазин и купить какую-нибудь недорогую новую. Ну, как сделала, так сделала. Ну, знаете, девочки, обои на то кусочек-то хорошо держался, прям вот держится, не знаю, прям хорошо приклеился. Либо клей хороший, либо хорошо так я обильно смазала и саму стену, и саму полосу обоев. Поэтому хорошо все приклеилось прям. И, конечно же, намного вид стал лучше, вид стал как-то более аккуратней, что хоть нет этого лохмотьев этих нет, и нет кусочков белой стены под обоями. Поэтому, ну, как бы, мне понравилось. Ваня тоже говорит, ну, нормально, говорит, хорошо получилось, все лучше, чем было. Поэтому, девочки, я счастлива, я рада, что наконец-таки я решила этот вопрос с этой стеной. Я ведь давно смотрела на нее, даже как-то в каком-то из видео давненько уже говорила, что надо сюда что-то подклеить. Я очень рада, что наконец-таки я добралась до этого дела, до этой работы. Наконец-таки я затушевала эту всю рваные эти все обои. Вообще, девочки, знаете, я уже задумывалась, вот предстоящий Новый год, допустим, такой вот самый мой любимый праздник, самый мой волшебный праздник, самый яркий праздник, самый мой любимый из всех праздников, которые есть, это мой самый любимый праздник Новый год. Я к чему говорю, что вообще вот приближение Нового года, да, наверное, всех нас женщин, всех нас девочек наталкивает на то, чтобы убраться всюду и везде, залезть в каждый угол, в который даже до этого не было времени залезть. Тут как-то откуда-то появляется время, силы и желание что-то доделать, что-то сделать, что давно уже в очереди на доделку какой-то, какая-то работа. Прямо на это все появляется откуда-то силы, время и желание. Все это делать, я думаю, это все благодаря тому, что скоро Новый год. Все, девочки, заклеила я. Что-то там над дверями не стала клеить. Хотя можно было. Кисточка просто неудобная, зубная щетка это. Поэтому, где рваная, вот заклеила. Ну, в принципе, так вот сдалека все лучше, чем рванье было, правда же? Фу, все. Полы потерла от клея. Вот это вот чуть-чуть у меня тут завоздушилась складочка. Ну, ладно, пусть. Так все хорошо подклеилось. Все. Я думаю, лучше, чем было. Хорошо, мне нравится. Кстати, подвесила все курточки, пришила на все куртки петельки. Петелек не было на куртках. Все за капюшон вешали. Теперь все пришила, все нормально. Приехал Ваня с рыбалки. Наловил столько рыбки. Сейчас хочу взвесить, сколько тут. В прошлый раз 2 килограмма привез, этот раз, мне кажется, больше. Так, ничего не вижу. 3,5, Вань. Фокуса вообще нету. 3,5, короче. Сейчас вытрушу, покажу вам, какая тут рыбка. Вот такая сегодня рыбка. Он вообще здоровый ротан. Сейчас она оттает и будет опять прыгать, соскакать. Не знаю, крупную, наверное, пожарить можно, а мелочь сушить. Да? Ну, в этот раз больше поймал. Не зря съездил. Наловил. Вот тоже крупная, да? Какая-то главное не количество, главное процесс. Да, да, да. Главное будет процесс. Не хочу руки пачкать. Так что вот такой улов сегодня побольше, конечно, чем в прошлый раз был уловчик.
Сейчас будет прыгать, оживет. Уже он кое-какая машет хвостиками. На этой ноте буду заканчивать сегодняшний свой влог, сегодняшнюю свою мотивацию на уборку, на такой вот улов. Муж у меня молодец, добытчик, как говорится. Девочки, спасибо большое за просмотр, спасибо большое за внимание. Всем, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь, ставьте пальчик вверх и не забывайте прожимать колокольчик. Всем пока-пока, до новых видео! Concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the